Потом... Ну, я понимаю, что в Писании в Писании сказано: великое знание порождает великую скорбь. Чем больше знаешь, тем больше скорбишь. Но мне кажется, что любая информация, если она не для ушей, если она для головы, человек, уж извините меня за весьма избитые сентенции, человек должен думать, сопоставлять, сравнивать. И когда он начинает сопоставлять и сравнивать, и пытается понять все, что происходит, он, по крайней мере, для себя лично начинает приближаться к некой